Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзорчике будет КАМАЗ Полярник Дмитрия Левакума. Я так понимаю, Дмитрий Романенко. Одно и то же лицо, наверное. Насколько мне так кажется. Так. Сегодня нашел я в группе. Дмитрий выложил в NBA. Так. Давайте на полигоне сразу посмотрим. Машинку, моделька обалденная. Моды Дмитрия Левакума вообще мне нравится. Так, вот такой драндулет. Камеры пока в салоне нет. Будет камера в салоне, пересадим, переделаем тут немножко. Воркшоповский пайлот у него. Водила есть, значит. Вот такой монстр. Так, заводим. Подгорается галочка у нас. Ну, давайте пробежимся к поддончикам. Сразу поедем туда на загрузку. Аниматор весь. Резина висит. Все болтает. Как надо. Карданы крутятся. Но анимации руля, наверное, нет, я так понимаю. Ну да, анимашки есть, но в принципе это не вот. Так. Проехали. И смотрим по аддонам. Так, это у нас что такое? Ага. Это вот кенгурятник с парками такой. Поставим сразу козырек. Визор. Солнцезащитный, значит, и пошли вот у нас сувенирборд такой оранжевенький. Так, 4 очка загрузки, ну-ка, работоспособность, все рабочее, работает. Ну, материали Пума все работает. Так, еще борт. Тут можно, кстати, прицепить такой вот бак дополнительный. Можно, конечно, еще снизу дополнительный бак. Так, 850 литров, а этот 650. Вот, сейчас мы посмотрим его по загрузке. По загрузке. Вот, 3 очка загрузки. Все скидывается. Грузится. Нормально. Все работает. Так, что это было? Вот это вот. Так, платформа с краном, значит, такая. Что? Недоступна. Ага, бак начнулся. Где есть-то? Е-мое. Убираем. Также тоже 3 очка загрузки, функция скинуть. Оп, залет. Ну как что, краном тут пошли или стрелой. Наверное, пожалуйста. Давайте упадем. Не, смотрите, влезла зараза. Ладно, давайте сейчас мы вернем кран. Ага. Вот она как встала. Сейчас еще раз попробуем. Так, раз. Функция скинуть. Задачу до трех, смотрите. Прямо, блин. Хотя до этого скидывал. Было вообще прикольно. Так, ладно, сейчас мы. Так, что хотел-то я? Давайте снова загрузим его. Скинем. Вот кривочка стоит там какой-то. Баганула фиганка. Так. Платформа. Убираем. Грузимся. Все, видите, все отлично. Просто видно тут вот. У меня какой-то косячок. Вот так. По-моему, тут еще есть даже прицепчик такой же. Не знаю, посмотреть.
подвода. Так, сейчас тут же его сейчас грузанем. Так, прицеп есть. Загрузить. Все, курим. Нормально. Хорошо, могут краном тут это. Не совсем. Не совсем будет. Так, ладно, это скинули. Так. Гараж у нас такой, но это тоже, например, вот так. Так. И должны наводить еще такая штука, прицеп. Вот он, наверное. То есть вот, можно смело открывать гараж, ехать. Так, убираем. Но это с КамАЗом, или вакуума. Ну, шляпа с текстуркой на диске, но это чуть позже, это я это все поправлю. Тоже что надает, тоже можно скрывать. Гараж. Ну, это у кого моды присутствуют, так. Прицепить, можно пробежаться. Не буду сильно тут. Париваться. Так, ну давайте прокатимся тут на чем-нибудь. Нет, оружие понравилось. Ага, можно убрать. И что-то есть на нем. Где? Ты вот. Ага, так. Поехали. Так, без дороги будем. Ссылочка на скачивание. Группе. День-то разбираюсь. Это не будет. Ссылочка не переживайте. Не переживайте. Наверное. Пара мод будет. Быстро скачивайте. Также будет видеть фон видео на канале. Всем советую скачать мод. Обалденный, красивый. Предоставленный. Всем ребята, спасибо за просмотр. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, группу. Будем рады вас видеть. Ссылка на мод будет в описании под видео и на канале. Всем спасибо. Пока.